три самых крутых гаджета по версии Wylsacom. Тут сложно будет сказать, но Apple вехами, да, то есть Apple 1 как некий вообще старт компьютерной индустрии в целом, да. А, наверное, iPod, который переродил музыкальную индустрию, ну и iPhone, который сделал нам хорошо 10 лет, мы живем в счастье. То есть там нет андроидов? А ты знаешь, Android вторичен в данном случае. Android, я тебе больше скажу, не было бы iPhone в том виде, в котором он вышел, не было бы Android вообще, потому что первые прототипы это были кнопочные телефоны. Да. То есть как только вышел iPhone, в Android, в Google такие, опа, переработали полностью операционку, и она вышла такая, какая есть. Поэтому Apple можно не любить, ненавидеть, Тим Кук гей, все козлы, но это та компания, которая до сих пор двигает индустрию вперед. Переходи на мой канал и смотри полное видео.